А сегодня у нас 14 сентября 2018 года. Я в моем Маленге. Санкт-Петербург, Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М, дом 9В или 24. Около 10 часов вечера. У меня там наверху телефон. В общем, рассказываю про ели, про елки, которые заказала я удалить на моей половине участка на железнодорожной 20, поселке Белоостров. В общем, приезжаем, смотрю, огромные две ели. Высоты, я даже не знаю. Я на участках у людей таких елей не видела. Такие ели могут расти, знаете, в таком, как там, сосновом лесу. Какие самые высокие там бывают? Я не знаю, даже сколько это метров может быть. Это одна, когда ходишь лицом, смотришь. Одна слева и другая здесь справа при входе. В общем, высоты неимоверные. Так что вот, делала там ремонт и также заказала, в общем, приехали, у меня спилили. Вот, и корни, когда там ландшафтным дизайном занималась, и пенит удалили. Вот, от первой вот этой ели. Кстати, даже не знаю. Посмотрела у Невзорова, как он говорит. И, в общем, что, работают ФСБшники там, знаете, исповеди, тайны исповеди. В общем, сливают там эти тайны исповеди. Кто что рассказал интересного, может быть, для ФСБшников пригодится. На пайках, как он сказал, там, и в советские времена. Ну, а что хотите? На Советский Союз это, конечно, похоже, в принципе. Хотя к чему? Знаете, так вот это. Тайна исповеди, исповедоваться, это сольют. Вот. Ну, вы поняли, да? Это я так издалека подхожу к этим елкам, которые были напротив участка. На железнодорожной 20 была острове. Были там елки, часть елок. Заказала я удалить, заказала все, но все они не успели удалить. А что им хотела сказать? Они, наверное, подумали, что эти тайны исповеди слили. Но это со слов Невзорова, это я, знаете, так, метафорично вам. Ну, елочку посадим, елочки посадим там, каждому по елочке, этими апостолами будем. В общем, а что, а почему бы нет? Так, елочку посадить, и, в общем, это просто это к чему? Это вот к этому, да? Если это вот это правда, то что у Невзорова, вот, то есть посадить елочку и стать апостолом, или там слить исповедь ФСБшникам.
Это где-то примерно. Вот такие вот дела. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин, это я.